За дни празднования Песаха в пещере праотцов в Хевроне побывали более 25 тысяч человек. Власти Израиля вместе с армией обороны страны организовали в дни празднования Песаха паломнические посещения пещеры Махпела в Хевроне, так, чтобы это было безопасно и с точки зрения количества людей, и с позиции поиска подозрительных личностей в толпе. Благодаря слаженной работе спецслужб и силовых структур еврейского государства, около 18 тысяч человек смогли посетить Хеврон только за два дня празднований. Тогда как общее число паломников составило не менее 25 тысяч человек. Надо отметить, что за это время в Хевроне не произошло никаких серьезных происшествий, что особенно важно, ведь паломничество является международным, и среди людей, побывавших в эти дни в пещере патриархов, было немало иностранных туристов.